Добрый день, друзья! С вами Квестоник. Мы с вами сегодня играем в такую игру, как Modern Bus Simulator. Так, здесь мы будем водить вот такой вот автобус. Где-то мы в городе. Ведем вот такой автобус. Вот, как вы можете заметить, уже основная камера у нас есть. Это поворачивающаяся. Так, куда мы едем, пока не знаю. Так, ага, стой. Что-то я разогнался, нам вот сюда. Идем по вот этим зеленым указателям на дороге. Так, ну вот такой вот у нас автобус. Если честно, графика такое себе. Не очень. Ну, в принципе, не во всех играх графика это сильные стороны, но все равно игры бывают прикольные, как и вот эта игра. Так, стой. Так, что здесь? Ага, здесь пассажир вышел. Так, снова зеленый автобус. Как-то быстро уровень закончился, я думал. Ой-ой-ой. Даже не ожидал, что так закончится быстро. Ну. Так. Тут еще короче движение есть, поэтому... О, смотрите, какая... Один за другим ездят. Так, что? Куда здесь? Куда здесь? Здесь налево надо. Тихо. Так, и поехали сюда. Так, давайте все же посмотрим, что тут еще есть за камеры. Так, ну есть вот такая. Такое себе, как вы видите, как обычно. В основном вот такой вид кабины получается не очень. Так. Ну, вот так вот есть. Что есть просто вид сбоку. Тоже, кстати, ну, не знаю, не очень. Так, здесь нам сюда надо повернуть. Короче, маршрут такой запутанный, длинный. Есть вот такой вот вид сверху. А, так, здесь куда? Прямо тоже ехать. Так, прямо. Ну и все. Больше нет. В принципе, по камерам тут много разнообразия. Ну, будем пользоваться, в принципе, только одной. Так, и подъезжаем на остановку. Здесь уже, наверное, будем забирать людей. Так, да, здесь мы забираем. Так, давайте заходите уже. И поехали куда-то на следующую остановку. Так. Вот такие длинные маршруты. Непонятно, город, наверное, здоровый, такой мегаполис, поэтому ехать придется долго. Так. Вот такой вот у нас автобус. Кстати, пока только один дается зеленый. Может, еще будут новенькие. Посмотрим дальше. Так, стой, здесь куда нам надо ехать? Здесь же налево, что ли? Блин, направо. Не угадал я. Так, поехали сюда. Как-то долговато я еду, то, блин, не поймешь. Только обычно тут такие короткие уровни, то сейчас уже еду полчаса. По ощущениям. А, ну, я и приехал на место. Так, ну вот только проговорил за много автобус, и нам теперь дали вот такой вот синенький, какой, мне кажется, более крутой. Так, какие-то монеты собираются. Таких не было в предыдущих уровнях, что-то новое появилось. Так, здесь нам сюда. Так, куда нам в этот раз ехать надо? Так, это, наверное, просто деньги, типа, чтобы... Чтобы что? Не знаю, зачем в этой игре деньги. Новые автобусы вроде, там особо и не купишь на них. Так. Ну ладно, будем все-таки собирать. А зачем? Что еще делать? Так, здесь нам куда? Здесь нам, по-моему, сюда, налево, направо точнее. Так, и...
Ну, автобус, конечно, красивый, очень мне нравятся такие автобусы. Высокие. Так. Ну, такие похожие не на внутригородние, а межгородние, но вроде бы езжу пока в одном городе. Похоже, что такой на общественный транспорт, но не особо. Так, вот наша первая остановка. Так, здесь что? Да, здесь мы будем отвозить куда-то. Так, ну и поехали. Вот такой вот вид. Ну, во всех автобусах одинаково, в принципе, выглядит. Хотя в некоторых играх бывает в каждом транспортном средстве по-разному выглядит вид из кабины. Делает, не знаю зачем, но бывает выглядит по-разному. Но в этой игре, в принципе, все одинаково выглядит. Так, вот такой вот есть. Ну и, конечно же, вот этот. Так. Ну, тут, конечно, из-за этих небоскребов будет не видно автобуса. Поэтому возвращаемся к стандартному. Так, что здесь? Снова прямо ехать. Да. Тут куча мостов всяких проезжать надо. Конечно, мегаполис очень крутой. Инфраструктура здесь очень развита, видно. Так. Что, где? Что-то долго уже еду опять. Прямо. Так, а куда-то ехать? Уже, честно, не знаю. Если бы не вот эти указатели, я подумал, что я заблудился. Так, а нам вот сюда надо. И где-то вот по-любому уже чувствую, где-то рядом. Остановочка наша будет. Ну да, все, вижу. Наконец-то приехали. Так, и готово. Так, и не понял, что значит стоять. Надо ставить на остановочку. Странно. Ладно. Так, куда ты едешь? Стой. Так, ну а мы продолжаем. И опять у нас автобус. Новый, точнее. Так, это красный. Стоять. Ну какой-то он маленький. Вроде он видно, что он типа поновее, типа двухэтажный, как бы должен быть больше, но здесь что-то, мне кажется, он поменьше, чем предыдущие. Так, ну, посмотрим. Так, куда сейчас ехать? Прямо. Да, все прямо пока бывает. Ну, видно сейчас. За какую-то оранжевую машину еду. Так, все. Так, вот, вижу остановку. Так, это что, надо сюда приехать? Тут завести людей или забрать? Сейчас посмотрим. Если завести, то, в принципе, этот уровень закончен уже. А если забрать, то будет продолжаться. Так, сейчас узнаем. Так, ну, как ужасно нарисовано. Но и, скорее всего, забрать, да, и нужно вести их на другую остановку. Так, ну, поехали. Так, снова эти мосты какие-то проезжать надо. Что у нас здесь? Надеюсь, слишком долго ездить не придется, потому что... А, ну и вот мы и приехали уже. Что-то я думал, будет подлиннее у нас уровень. Так. И
Поехали аккуратно. Так, конечно, дома здесь, ну, видите, как-то, ну, не знаю, что-то графика мне здесь вообще не нравится. И мы наконец-то приехали. Ну все, с вами был Квестоник, и всем пока.